Всем привет, ребят. В общем, провел ревизию у себя, решил продать часы. Те, что вот на видео и на фото. Так, верхний ряд это АУ-20. Ну, допустим, вот сейчас вот эти вот часы покажу. Так. Фокусируйся. Вот тут вообще что-то 22 какой-то. По-английски написано, хотя эти наши часы командирские. Они, кстати, на ходу. Вот еще одни командирские тоже на ходу. Это корпус АУ-20. Также вот непонятное клеймо вот на этих вот часах. Такие часики. Пилот. И здесь вот клеймо. Тоже там что-то АУ-22. Что-то такое. Не видно. Увеличу. Еще непонятное клеймо, но тоже двадцаточка. Оно еще с кольцом, кстати. Дальше погнали. Вот это вот часы. 33 штуки их тут. Десятки. Здесь АУ-1, АУ-5. Просто АУшки. Они есть прям очень жирные такие. Вот, например, АУ-5. Смотрите, цвет какой. Это АУ-5, ну цвет вообще толстый, слой. Эти, слава, полностью на ходу. Одевай, носи. АУ-5 тоже. С браслетом, с родным заводским. Это женские. Я не знаю, что с ними. Не проверял даже. Идут, не идут, хрен. Вот АУ-12,5. Аурум. Так, вот клеймо. Сейчас попробую вам найти. С жирнючим браслетом. Ну, 12,5. Такие вот женские. Тоже такие яркие, хорошие. Но это АУ-5 клеймо стоит. Ну и вот такая вот тут мелочевка. В общем, если конкретно под каждые часы тут показывать, с ума сойдешь. В общем, кому интересно, пишите. Покупайте вот такое количество часов.